Музей Пулина изба был сформирован в результате этнографической экспедиции в Тамбовскую область. Наши учащиеся посетили и собрали инвентарь старинный, который разместили в экспозиции данного музея. Это что? Это станок, на котором ткут вот такие вот полотня, коврики. Руками детей сделана такая имитация печи и колыбель детская. И одежда. Сейчас мы с вами...